Всем привет, ребят. Ну что, вчера я покатался, не знаю, думаю, записать, не записать видосик про то, что делается у нас, ну, в принципе. Вы и так знаете, что я очень часто на стриме бомблю про поводу коронавируса. Это отдельная тема. Ну а сегодня просто свершилось. Сегодня просто настал этот день, когда я за целую неделю ожиданий наконец-таки получил этот топовый гаджет. Я уже немножко с ним побегал. Это просто кайф. Ну, Нита, это просто, ну не знаю, вау. Честно скажу, вот этот вот гаджет мне больше всего нравился. Я очень хотел его получить. Вчера я получил на 8-битку, на ПЭМ. Ну, тоже, в принципе, неплохое. 8-битку я так и не потестировал. А здесь я уже просто тупо зашел и с самого утра начал тестить. Блин, карта тоже новая, насколько я вижу. Обалденная. Сейчас будет у нас шанс слива максимальный. Но, блин, пофиг. Вот ради этого гаджета я вот целую неделю фармил. Это просто, ребята, это просто пушка, как по мне, а не гаджет. Сделаем так вот, чик. Чуть-чуть не достали. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Куда ты меня тянешь? Конечно, рандом убивает. А чё я сюда полез вообще? Я хотел Бравл Бол. Я хотел в Бравл Бол. Вообще-то. Так, мне надо как-то на ульту набить. Ну, добейте их. Добейте их! Красавчики. Красавчики, добили. Без вариантов, короче. Короче, без вариантов. Но это все хрень. Сейчас пойдем Бравл Бол тащить. Нет. Я не знаю, что это кидает. Просто дичь творится. Вот здесь мне Нита нравилась всегда больше всего. Вот с пассивкой. Я эту пассивку увидел. Я просто кайфовал. Сейчас она у меня уже есть. И как обычно, ребятушки, сейчас будет шанс слива. Самый максимальный. Да запарили, ну что за фигня, что кидает, ну я просто в шоке. Артём бог, Артём сливун. Хватит, блядь, за мной бегать, заебали уже. Тут мы делаем вот так вот, чик и бум. Чики бак. Давай, бро, бей. Да, блядь. Я уже застанил вам всех, ёпта. Вот так вот, изи просто. Бля, это кайф, это просто кайф. А-а-а, сучка. Чуть-чуть не хватило. Да не, они нас тут должны просто развалить, по идее. Мясо, мясо в хлам.
Хорош! Хорош! Боженька божит. Ну давайте сыграем еще раз с ребятами. Вот чисто для Бравл Бола я ждал этот гаджет. Вот не знаю, вот почему, блин, куча есть классных гаджетов, все, блядь. Ну вот я вот хотел именно ниточку. Оу, щет. Оу, щет. Оу, щет. Что делается? О май гад. Самое главное набить мишаньку. Падлы. Ух ты! Ух ты! Ёпты! Красиво, красиво. Чуть-чуть не хватило совсем. Затащили. Вот так вот, ребятушки. Изи катка. Изи катка, изи вин. Такс. Поехали еще, ребята хотят еще. Вот я не знаю, я вот кайфую от этого гаджета. Просто кайф. Я всегда, ну, как бы, ну, Нита, знаете, ну, такой средненький для меня всегда был перс. Ой, хорош. А, там у нас бочка. Тут у нас Дэрил. Это опасно, это опасно. Там десятки, скорее всего, против нас. Но ребята красавчики. Держимся, держимся до последнего. Ну, бро, куда ж ты за мной побежал? Ай-яй-яй, меня добили. Но самое главное, их сейчас сюда не запустить. Не дать им войти. Ух ты! Ух ты, ёпты! Красавчики! Что еще? Ну поехали еще. Поехали еще, а чё нет? Две розы. Нормальный рандомчик, да, ребят? Easy.
изи просто их разобрали. Давай, бро, давай, давай, тащи. Хорош. Красава. Просто Дина красава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Было так бить. Ну, бро, ну куда ты? А, чуть-чуть не хватило. Но все равно держались молодцом. В общем, не знаю, ребят, вот такой вот гаджет. Я просто от него, честно, балдею. Реально, офигенная тема. Я очень давно ждал этот гаджет. И я его наконец-таки получил. Вот в чем кайф от Brawl Stars, то, что ты все равно рано или поздно получаешь плюхи. Ты повторно их не выбиваешь, у тебя они не валяются. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.